Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Destiny 2. Второе расширение — военный разум. Итак, мы сейчас летим на ЕМЗ. Там сейчас мы должны будем выполнить миссию по сюжету. Как она называется? Я сейчас не помню. Так, военный разум. Что можно увеличить? Подмога из космоса. Нам нужно выманить Зола, привлечь его внимание. Не уверена, что хочу знать, что может заинтересовать Червебога. Свет, мы перехватили сообщение Красного Легиона о фрагменте Странника, который откололся от него во время нападения Гоула. Зол не сможет устоять перед его светом. Одержимые блокируют мои сенсоры. Одержимые? Они тоже ищут фрагмент? Неважно, нейтрализуй их. Окей. А, я сам себя взорвал. Я могу сам себя взорвать? Огонь. Ай, больно. Может, сразу так сделать? Понятно. Так не выйдет. Мора производит темную энергию. Из-за этих помех свои датчики, и я не вижу фрагмент.
Еще-то их две. Еще один. В какой стороне? О, вижу. Бля, может пока они не придут, я еще смогу дофигачить? Крутяк. Я поймал сигнал. Фрагмент близко, но он здорово отличается от других частей странника. Завала, даже если этот план сработает, как мы победим Золот без помощи Распутина? Не хочу возвращаться к этому разговору. И я уверена, что Распутин — это единственный шанс остановить Зола. Нам нужна Валькирия. Мы уже выходили победителями из безнадежных ситуаций. Без Распутина. Ау. Пока не закрылись щитами, надо убивать. Стоп, священная роща. Это не то ли место, где тренировался скиллом? Одержимые создали щит вокруг фрагмента. Мы не можем подойти близко. На орбите Земли наверняка остался хотя бы один военный спутник.
Я постараюсь сменить его траекторию. Сюда идут враги. Оставайтесь на месте. Я нацеливаю военный спутник на вашу позицию. Понял. А что там с неуязвимостью? Ладно, подожди, пока. Стоп. А что, подожди, иди сюда. И давай сейчас с самого начала, давай. Отлично, супер просто. Сюда идут враги. Оставайтесь на месте. Я нацеливаю военный спутник на вашу позицию. Понял. Thank you.
выживать. Большие патроны есть, большие патроны. Военный спутник на позиции. Запрашиваю орбитальную поддержку. Это нормально, что он вам не фигачит? Поддержка, Анна, как блин. Ты приказала ему выстрелить? Я просто попросила. Мы создали Распутина, чтобы помочь человечеству. Он слушается меня. В этот раз он послушался. Но готова ли ты к тому, что однажды он может перестать тебе подчиняться? Страж, захвати фрагмент странника и возвращайся на Марс. Мы объявляем войну Богу. Рубеж обновлен.
Новые приключения доступны где? На Марсе, наверное, да? Да. Одна миссия? Ну-ка. Угу. Ну, значит, на Марс. Я думаю, сейчас успеем еще. Вот какие-то вот фрагменты. Но их запрещает брать. Типа говорит, сначала пройдите это. Ай-яй. Вторжение. Красный легион отнял у нас все, что только мог. Теперь он переместился на Марс и грабит руины времен Золотого века. Разведчики сообщают о повышении активности в вашем секторе. Разыщите Красный Легион и выясните, что он задумал. Ну я вот нашел, он меня обстреливает. Этот ваш Красный Легион. Мы нашли какую-то схему. Это план атаки на комплекс Брея. Срочно отправляйтесь туда. Если вы поторопитесь, то сможете взять их на месте. Эх. Что не сделаешь ради попадания более четких шмоток. 331. О. Красного легиона. Где? Там? Не понял. Показывает сюда. А мы с ней должны здесь пролететь. Жахает. Ай-яй. Ну вот опять. Опять попал под какой-то эскалационный протокол. Красный легион похитил энергию из комплекса. Не дайте им уйти с аккумуляторами. Уничтожьте их немедленно. Thank you.
С ними покончено. Но это не значит, что Красный Легион больше не вернется. Если мы раздобудем коммуникационные коды Кабал, я смогу отправить сигнал Красному Легиону. Затем вы устроите засаду и прервете их операцию. Мне нравится ход твоих мыслей. Не я его убил. И чё, где мне теперь искать еще? Просто убивать, видите? С одного удара. Неподалеку есть ущелье, идеально подходящее для засады. Я позаботился о том, чтобы мы смогли устроить им особый сюрприз. Что он подразумевает под особым сюрпризом? Распутина пострелять, Валькирию или как его там. Было бы круто. У Гаври Макея осталась взрывчатка, которая может сослужить нам хорошую службу. Он передает привет. Зачем Деврим хранит взрывчатку? Ауч. Давай заберемся повыше, пока гости не заявились. Я уже часть бочек взорвал, что ли? Почему я тут один? Конечно.
Еще. Кажется, их командующему это не понравилось. Ой, что, командующий прибыл? Как? Ух ты! Слушай, на возрождение ограничено, а ты меня прям так нафигачиваешь. Ха, вон она как делается, да? Серьезно нарушили систему снабжения Красного Легиона. Хотя бы на время. Отличная работа. Мы не можем вернуть тех, кого потеряли. Но мы не допустим, чтобы Красный Легион снова причинил нам вред. Угу. Так, ну здесь я уже все проверял, да? Ничего новенького не появилось. Хотя здесь вот пушки сильно надо поубирать. И то, чем не стреляю, наверное. Так. Так, ну что? Тогда на этом мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч, новых видео. Пока-пока.